И вот посланцы Тюмени на родине мудреца Насреддина в Бухаре. Недалеко от Бухары Газлинский газовый промысел. Здесь у уренгойцев ждали снон-туз, так по-узбекски называется хлеб-соль. Каждый день приносил бы мне новых друзей. Я себе одному не стелю Дастархан. Понимаю, с годами сильней и сильней. Одиночество в мире страшнее, чем туман. Жить без друга, и день превращается в ночь. И по звездам одним далеко не уйти. Рядом друг, и светло, и сомнения прочь. Собираешься в путь, не устанешь в пути. Осваивать газлинское месторождение, восстанавливать промысел после землетрясения узбекским друзьям тоже помогала вся страна. И сейчас здесь работают уральцы, сибиряки –